Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Прославленный русский путешественник, выдающийся ученый, классик мировой антропологической и этнографической науки. Но и это не все. Он был еще и величайшим гуманистом, борцом за равенство всех людей на Земле. Сегодня Папуа-Новая Гвинея – независимое государство, а на берегу Маклая до сих пор помнят и используют русские слова. Сапор Кубруса Маклай. В 1996 году ЮНЕСКО провозгласило Миклухо-Маклая гражданином мира. День его рождения, 17 июля, объявлен профессиональным праздником этнографов. Научная значимость его трудов не устаревает и по сей день, как и гуманистические идеи.